Фирдуса Зиганшина – студентка третьего курса Мамадышского медресе. Учится на вечернем отделении, приезжает три раза в неделю и получает религиозные знания. Мында килеп без куп фэннер иренэвэс, йозырға укырға гына түгел. Я радуюсь тому, что учусь в медресе. Хорошо, что появилась такая возможность. Нас здесь учат основам ислама, каким должен быть мусульманин, как правильно вести себя с другими. Для учебы созданы отличные условия. На сегодняшний день в Мамадышском медресе 150 учеников, включая заочное отделение и подготовительные курсы. По словам еще одного студента учебного заведения Манура Хасанова, по всему Татарстану такие учреждения можно пересчитать на пальцах. Стоит ценить созданную возможность, считает он. Если вот так посмотреть, у нас каждым годом меньше и меньше поступающих в медресе получается. По сравнению с соседним Кукмарским районом, например, там нынче поступило 60 человек, а у нас всего лишь 3 человека. И такой медресе, наверное, поблизости нет, такой яркий, теплый. Подготовительные курсы рассчитаны на 2 года и проходят 2 раза в неделю. Подходят они тем, кто хочет в будущем получить образование в медресе. На этих курсах дают начальное образование. Заочное и вечернее учебное отделение рассчитаны на 4 года. Если заочная учеба проходит в период осенних и зимних каникул, то вечернее образование можно получить в любое время. Кемдер киш билан келе алмайлар, саат 8-дан келелер, а кемдер инде күндүз келе алмайлар инде. Занятия вечернего отделения для пенсионеров и неработающих проходят днем. Это удобное для них время. А те, кто работает днем, приходят на занятия вечером. В медресе трудятся 9 преподавателей. 4 из них когда-то сами были студентами учебного заведения. Помимо основного направления обучения, также существуют и многочисленные кружки, то есть по тафсиру, по хадису, по изучению арабской каллиграфии, также по изучению Корана с таджвидом, правильной ритации Корана. Также, вот, как я уже сказал, по воскресеньям у нас обучаются дети на кружках. То есть очень большие, хорошие условия. Большинство студентов медресе – жители города и поселка совхоза Мамадышский. Также есть ученики из села Арташка, Старый Кумазан и Шандер.